Приветствую, с вами канал «Письма со всего мира». Письмо из России. Получено оно уже достаточно давно, очень меня порадовало, и, в принципе, я не собиралась делать на него обзор, потому что там было достаточно личное письмо, оно сейчас там лежит, я его вряд ли покажу. Те, кто подписан на меня в Инстаграм, уже видели частичку, я отмечала эту актрису в сторис. Вот, ну, давайте. Оно открыто. Так, главное мне письмом не светить. Вот. Посмотрите. Вот она также написала письмо на половинке формата А5. Его я, естественно, не покажу, но то, что как актриса подписала фотографии, я с вами поделюсь. Кто узнал, актрису зовут Юлия Хлынина. Посмотрите. Ну, русские звезды у нас подписываются с обратной стороны. Это уже практически все знают. Кто не хочет, чтобы они подписывались с обратной, тот пишет, как это делает Милослав. Мол, в письме подпишите мне на лицевой стороне. Кстати, спасибо Милославу за то, что он проверил адрес Юлии, и я смогла получить от нее автограф. Именно он первый получил, поэтому, ну, я во всяком случае у него увидела, поэтому я ему очень благодарна. Выбрала две такие фотографии. На мой взгляд, она здесь очень милая, улыбчивая девушка. И вот так вот она мне подписала. На первой фотографии Юлия, тёзка, будьте счастливы. И 2019 год. Почему? Потому что я отправляла в декабре 2019, а письмо мне пришло по штемпелю в феврале. А было оно отправлено так в январе. Но это ничего страшного, я не знаю, как там ей передали, потому что я в театр ей отправляла. Ну, а на второй фотографии она написала: «Юлия, все сбудется, улыбайтесь». Юлия Хлынина. Ее можно увидеть в таких сериалах, как «Звоните Ди Каприо», фильм «Лев Яшин», «Вратарь мечты». Кстати, я только недавно его посмотрела, потому что думала, что его не было в качестве, но он был, и мне очень понравился. И последний фильм, который вышел с Юлей, это «Лед 2». Она там тоже хорошо сыграла. Перспективная молодая актриса и отзывчивая очень. Я отметила ее в сторис, и она мне тоже ответила, перепостила себе. Это было очень приятно, что актриса общается с поклонниками, что она уделяет им внимание, и это заставляет любить ее еще больше. Ну, я во всяком случае очень счастлива, что Юля мне ответила, и, ну, поднимает настроение безумно. Обожаю свое хобби и в целом люблю кинематограф. В общем, ну, в общем, растрогала она меня. Письмо тоже очень крутое. Кстати, одна фраза в письме, что она приглашает на свои спектакли. Вот, так что, ну, вот такой вот обзор на автограф Юлии. Адрес театра, не знаю, смысл давать. Ну, кто захочет, тот спросит у меня всегда, я всегда напишу. Актриса замечательная, так что я уверена, что многие тоже захотят ей написать и получить частичку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу. Всем пока!